Кира. И всем привет, ребята! Сегодня Катя Лол попала в затруднительную ситуацию. Сможет ли она с нее выбраться? Смотрите сами. Обязательно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал. И... Да кто же мне там звонит-то? Ой-ой-ой, по-моему, я сбила олененка. Хорошо, что я ехала на небольшой скорости. И зачем я отвлеклась на этот телефон? Наверное, это Макс мне названивал. Да уж, вот это у меня неприятности. Ай-яй-яй, я разбила лобовое стекло. Как мне повезло, что все-таки это была не олениха, небольшой олень, а маленький олененок, и что он остался жив. Эх, нужно быть внимательной на дорогах. Ладно, что уж поделать, все живы и здоровы, это самое главное. Теперь нужно бы поехать домой и все объяснить маме. Ёшкин кот, машинка, да что же с тобой, почему ты не заводишься? Все же в порядке вроде. Эх, вообще безрезультатно. Не понимаю, и что же могло случиться с машиной? Почему она не заводится? С капотом вроде бы все в порядке. Только лобовое стекло треснуло и немножко откололось. Но почему она не заводится? Самое главное, это не начать паниковать. А мне кажется, что паникун на меня нападает. И что мне делать? Домой звонить маме? Она же тоже меня отругает. Ах, не знаю, как бы поступить. Наконец-то нашла свой телефон. Кого бы мне позвонить? Максу? Так он болтун такой. Разболтает все маме. И дружкам своим тоже все разболтает. Может быть, вызвать эвакуатор? Так мама тоже все узнает. Какой смысл в этом? Думай, Катя, думай, что же делать? Ого! Ой, люли-люли, черный-черный бумер. Ой, о чем это я? Блин, надо же звонить маме скорей. Да как так-то? Почему эта связь не ловит? А как я теперь свяжусь с внешним миром? Как я с мамой буду связываться? И кто мне вообще поможет? Ладно, делать нечего. Пожалуй, нужно бы попить что-нибудь. Хорошо, что я взяла с собой воды. Пить у меня достаточно есть. Какое-то время продержусь. А что же я грущу? Здесь же вот свинка Пеппа живет. Это же моя подружка. Нужно бы к ней сходить. На свинку Пеппа теперь только и надейся. Пеппа! Свинка Пеппа, ты дома? Выйди, пожалуйста. Катя, привет! Пеппа, Пеппа, привет! Я очень рада тебя видеть. Мне срочно нужна твоя помощь. Конечно же, Катя! Что у тебя случилось? Свинка Пеппа, видишь, вон там стоит моя машина. Я попала в небольшое ДТП. Катя, как же ты могла? Пеппа, даже не спрашивай. Я столкнулась с животным. Это был олененок, но с ним все в порядке. Катя, и чем я могу тебе помочь? Здесь связь не ловит, а мне нужно бы позвонить. У тебя есть ли домашний телефон? Пойдем, Катя. Я тебе сейчас все покажу. Свинка Пеппа, а ты уверена, что у нас все получится? Конечно, Катя, только не шевелись. Ну, Пеппа, как там успехи? Вроде бы идет вызов. Алло, нам срочно нужен эвакуатор. Лол Парк 34. Ну вот, Катя, мы справились с твоей проблемой. Да, Пеппа, я даже не знаю, что бы я без тебя делала. Спасибо тебе огромное. Пеппа, знак благодарности, прими, пожалуйста, от меня вот этот вот вкусный бутерброд. Спасибо, Катя, обожаю бутерброды. Свинка Пеппа, а вон и эвакуатор едет. Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.